что я делаю с огурцами во время июльского пекла. Посмотрите, кому интересно. Приехали с отпуска. Тут такое! Огурцы разрослись. Вчера собрала я много, но не сняла. Вот так вот они тут хорошо себя чувствуют. Прекрасно. Уже пошел урожай. Сегодня 9 июля. И сейчас нужно вот эти, которые выбиваются, подвязать. Подвязать. И вчера я заметила, пекло же у нас началось. Вот сейчас с этой стороны повешу шторку от солнца. А то они начали сникать. Вон какие листья лопухи выросли. Огромные. Сейчас пройду, соберу урожай утренний. Это второй урожай. Еще есть там на кусту. Но поскольку я нижние вообще ни листья не ослепляла, ничего. Все сейчас собрала. Буду подвязывать. Изумрудный поток еще только наливаются. Есть огурчики. Заметила пятнышки вот такие вот. Как бы это не вредитель появился. Нужно сделать для профилактики обязательно от паутинного клеща. Обработку. Напоминаю, огурчики я сеяла в конце мая букетным способом. Густо-густо. Стало жалко продергивать. И мне кажется, тут прям им классно. И вот сейчас, значит, у нас тут сетка, правда, очень частая ячейка, но вот так вот получилось. Подвязывать удобно вот такой нежной прорезиненной проволочкой. Сейчас буду все поправлять. Все подвязала, расправила. Своей хлореллой, которую я выращиваю, удобрила. Сомнительные листики обрезала. Те, что внизу касались земли, и цвет мне которых не понравился, все сомнительные листья удалила. Вешаю шторку. Перец болгарский. Те, что были коронные, еще не весь срезали. Сейчас нужно будет пройти и срезать срочно, чтобы развивались кусты мощными. Все коронные перцы удалила. Где-то даже было два из одной точки, просмотрела. Ну вот, они уже в технической спелости уже начали даже и краснеть. На баклажаны мои опять традиционно напала гадость какая-то. Думаю, что паутинный клещ обрабатывали перед отъездом. Но все равно эта зараза тут присутствует. Сейчас необходимо срезать эти листики, а вечером сделать обработку от вредителя. Баклажаны обработала. Ну как обработала? Сняла урожай и сняла все больные листики. Вот такое целое ведро листиков. Вот они. Вот они. Такие странные. И урожайчик сняла. Сорт дракоша. Из своих семян собранный. Вечером обработка. Чеснок подает сигнал уже. Головочка с зубочками, с семенами уже начала растрескиваться. Пропустила, надо же, сколько много. Вот. И уже пора, значит, выкапывать его. Ну вот на днях займусь этим. Уже пожелтел весь. Так что пришла пора выкапывать чесночок. Томаты мои безрассадные разрослись такие. Огромные стали. Плодов пока мало вижу. Но есть. Вон они. Сорта разные. Здесь, по-моему, дебарашки. Вон мелочевочка. Вот такие.
Шторки повесили, притеняющие от пекла. Так что сейчас им должно быть комфортно. Или это дебарау. Такие вот. Сегодня вот такой улов. И малинки понасобирал Олег. Пару кабачков, перчики, баклажанчики, помидоры еще зеленые. Делаем обработку битоксибацилином, но дозировку увеличиваем, ну, в смысле, концентрацию увеличиваем. Не 20 грамм на 5 литров, а 20 грамм на 2 литра. Вот этим сейчас Олег пойдет и опрыскивает огурцы и баклажаны.